Привет-привет, мои творческие друзья. Увидела это платье, влюбилась, хочу сшить. Но вот такое кружево в интернете я не нашла. И сама подобрала схему. Сейчас будем вязать. Вяжется оно очень-очень просто. А результат потрясающий. Я связала из вот таких вот кремовых ниток. Остаются остатки ниток от работ, и можно их использовать на всевозможные изделия, кружево, украшать маечки, футболочки, нижнее белье. Вот так выглядят ниточки. Называются они Yarn Art Violet. Это хлопок. Вам буду вязать из синих ниток. Крючок у меня 1,25 мм. От единички до 1,5 вполне подойдет. Берем нитки, делаем первую петельку и начинаем вязать 6 воздушных петель. Четыре, пять, шесть. Замыкаем в кольцо, входим в первую воздушную петлю, продеваем ниточку. Вот этот хвостик мы будем прятать в вязание. Отрезать его не нужно. Делаем 3 воздушных петли. Накид. И заходим в колечко. Крючок поддеваем под нитку. Это называется накид. И вяжем столбик с одним накидом. Заходим в кольцо. Берем основную нить. Провязываем через 2 петельки. И еще раз через 2. Получился столбик с одним накидом. Делаем воздушную петлю и вяжем в кольцо еще один столбик с одним накидом. Опять воздушную петлю и опять же столбик с одним накидом. Петельку прячем в вязание. Через 2, через 2. Так мы в кольцо вяжем 11 столбиков с одним накидом, и между ними мы делаем одну воздушную петлю. Итого в колечке у нас получается 11 столбиков с одним накидом и 1 столбик подъема. Итого ровно 12 столбиков. Заходим во вторую петлю в первом столбике и провязываем соединительную петлю. Делаем одну петельку воздушную, проходим между двумя первыми столбиками. Провязываем воздушную петлю и проходим в петельку. Делаем 1, 2, 3 воздушных петли. Между следующими столбиками с одним накидом закрепляемся. И опять делаем 3 воздушных петли. Опять между следующими двумя столбиками закрепились соединительной петелькой. Сделали 3 воздушных петли. Так вяжем до конца. Получился такой цветочек. Девочки, если никогда не вязали, попробуйте. Это очень просто. Кружево выглядит намного богаче. Выходит на порядок дешевле покупного кружева. Главное начать. Ниточки стоят совсем недорого. Довязали до конца. Присоединились. В том месте, где у нас начинался первый лепесточек, туда и присоединились. Заходим под первый лепесточек, под первую арочку. Прошли, захватили основную нить, сделали соединительную петельку. Делаем 1, 2, 3 воздушных петли. И в эту же арочку начинаем вязать 7 столбиков с одним накидом. Между ними воздушная петля. 1, 2,
3. Четыре, пять, опять воздушная петля, шесть, семь. Итого у нас получилось 8 столбиков. Первый столбик подъема и 7 столбиков с одним накидом, между ними воздушная петля. Присоединяемся к следующему лепесточку на нашем первом цветочке. Захватили основную нить, сделали соединительную петельку. Вяжем 1 воздушную петельку и закрепляемся между двумя первыми столбиками. Закрепились. Раз, два, три воздушных петельки. И между каждым столбиком закрепляемся. Точно так же, как мы вязали в первом цветочке. 2, 3. Между столбиками закрепляемся. Все очень-очень просто. Закрепились. Довязали до конца. В следующую арочку нашего цветочка, следующий лепесточек, делаем соединительную петельку. Прошли в лепесточек, захватили основную нить, продели в петельку предыдущего нашего ряда. Делаем 4 воздушных петли. Разворачиваем вязание. И присоединяемся в арочку предыдущего полуцветочка. Делаем соединительную петельку. Сделали 1 петля подъема. И разворачиваем вязание. В эту арочку из 4 петель делаем соединительную петлю. И 3 петли подъема. И все то же самое повторяем. 7 столбиков с одним накидом, между ними воздушная петля. 1, 2 воздушная петля. Итого у нас получается 8 столбиков. Довязали до конца. Присоединяемся соединительной петлей в лепесточек большого цветочка. Присоединились. Чтобы развернуться, нам нужно сделать петельку подъема. Делаем 1 петлю подъема, разворачиваем вязание. И теперь в каждую арочку из столбиков с одним накидом, кроме первого, в первый мы не провязываем, мы там уже присоединились. Делаем 3 воздушных петли и присоединяемся. У нас должно получиться 6 лепесточков. Если первое время будут какие-то погрешности, ничего страшного. В общем кружеве этого видно не будет. Но старайтесь ошибок сразу не делать. Последний. Сейчас мы провяжем еще один раз. Присоединяемся к лепесточку предыдущего нашего элемента. Присоединились. Делаем 1 петлю подъема и еще 3 петли, либо 4 петельки сразу. Это будет арочка для начала вязания следующего элемента. Закрепляемся. Делаем петельку подъема. Разворачиваем вязание. Закрепляемся в арочку из 4 петель. И вяжем 3 петли подъема.
накид и 7 столбиков с одним накидом, между ними воздушная петля. Присоединяемся к предыдущему элементу. Делаем одну петельку подъема, чтобы развернуться. Разворачиваем вязание. И вяжем опять между каждым столбиком с одним накидом. 6 у нас должно получиться петелек. 6. Раз, два, три, четыре, пять и в последнюю 6. Присоединяемся к предыдущему элементу. Смотрите, он вниз, ниже расположен. Делаем опять 4 петельки подъема. Это у нас будет арочка. Присоединяемся к элементу, который мы только что связали, он расположен выше, видите, выше, и вяжем все то же самое. Это вяжется очень быстро. С такого кружева можно собрать полноценное изделие, юбку, блузку, вшить в куда-то, сделать браслеты, подвязки для невесты, украшать ободки, топики, купальники. Я буду украшать платье. Платье мы с вами сошьем на канале Инесса Цветотерапия. Вот с отпуска приеду и обязательно сошьем. Напомню, пряжа Yarn Art хлопок, крючок 1,25 мм. Ну что, дерзайте, непременно пробуйте. Вы обязательно получите ни с чем не сравнимое удовольствие и шикарное, дорогое кружево. Пока-пока, дорогие мои, до новых встреч!